Для создания впечатляющих фотографий не обязательно иметь дорогущую аппаратуру и уметь пользоваться фоторедакторами на профессиональном уровне. Достаточно лишь проявить немного креатива. На этом фото создается впечатление, что по бокам стоят цветные лампы, но нет. Слева свечение экрана компьютера, а справа свет обычного фонарика, который накрыли красной тканью. Фотографии на фоне неоновых вывесок смотрятся футуристично и эффектно, и вы можете сделать точно такой же снимок без неоновых ламп. Нужно лишь найти подходящее изображение, открыть его на экране компьютера и подобрать хороший ракурс. Для создания облачного фото с сиянием необходимо разбросать вокруг вату, а под нее положить цветные источники света. Ничего запредельно трудного. Привет! С вами канал Фактория! Любители геометрии должны оценить снимок апельсина, который лежит на цветном кубе. Вот только сам куб – это всего лишь два листа бумаги, которые лежат на столе. Эту фотографию точно сделал настоящий профессионал, который подобрал идеальную локацию. Но, как выяснилось, мастер своего дела сможет сотворить шедевр даже в самом непримечательном месте. Если у вас нет подходящего фона, чтобы сделать снимок своей продукции, то воспользуйтесь помощью своей кошки. Главное, чтобы она согласилась мирно лежать несколько минут, пока вы проводите фотосессию. Присылайте по ссылкам в описании под видео примеры того, что происходит за кадром ваших съемок. Фото в дикой природе никогда не перестанут быть актуальными. И похоже, что для этого даже не обязательно выезжать за пределы родного города. Еще один кадр, который, скорее всего, сделан в профессиональной студии. Если взглянуть на процесс съемки с другого ракурса, то выясняется, что все происходило на улице при помощи естественного освещения. Картон и светодиодная лента – недорогой инвентарь, который может создать какую-то космическую композицию, если за дело взялся опытный человек. Каждый из нас может повторить то же самое. Хоть сперва и непонятно, что здесь изображено, но вид все равно удивляет. А ведь на самом деле это всего лишь рулон туалетной бумаги, на которую направлена лазерная указка. Все еще сомневаетесь, что на iPhone можно сделать эффектное фото? Тогда взгляните на этот случай. А теперь перемещаемся за спину фотографа. Все как я и говорил, iPhone играет здесь первостепенную роль. Срочно нужен романтический портрет в домашних условиях? Пожалуйста, его можно сделать даже в собственном гардеробе при помощи тюля. Фотографии в цветах – это то, что любят многие девушки. И чтобы не тратиться на множество букетов, достаточно лишь зайти в цветочный отдел и по-быстрому провести фотосессию. Есть среди нас любители раритетных автомобилей? Тогда вы точно должны оценить этот кадр с участием трех стареньких машин на современной улице. Правда, все они оказались лишь игрушками на столе, снятыми с правильного ракурса. Еще один живописный кадр, сделанный в окружении природы. Здесь, правда, без сторонней помощи обойтись не удастся. Нужно, чтобы кто-нибудь лил ту самую росу на лист. Одинокий шкаф в пустыне. Что он здесь делает? Кто его сюда привез? Слишком много вопросов. Ответы выходят самые неочевидные, когда осознаешь, что это всего лишь миниатюра. Миска с конфетами, стекло и немного воды – три составляющих фотографии, которая с первого взгляда может показаться работой в фоторедакторе. Фантастический снимок с полетом девушки перестает быть таким фантастическим, когда узнаешь, что для его создания использовалась стремянка, которую удалили в фотошопе. Здесь же наоборот, фотошопом обыграли только недостающие элементы композиции, а основная часть была создана вручную из разрезанных на треугольники зеркал. Белое северное сияние – невероятное явление, которое встречается крайне редко. И все потому, что в его создании природа не участвует от слова совсем. Все дело рук человека. Взгляните на эту фотографию. Так и хочется использовать ее в какой-нибудь рекламной кампании. Вряд ли вы могли подумать, что и в этом случае фон полностью был создан вручную. Вообще, сторонняя помощь – это то, без чего креативный фотограф порой совершенно не может обойтись. Например, возьмем эту фотографию зонта под дождем на черном фоне. Дождь был искусственный, а шел он из самого обычного шланга. Извержение вулкана – это то, что способно поразить как вживую, так и на фотографиях с видео, но вживую вы уж точно будете уверены в том, что все происходит по-настоящему. Иногда моделям приходится принимать весьма странные положения, которые не поймут некоторые прохожие,
но конечный результат определенно будет стоить того. Наверное, каждый видел такие фотографии в социальных сетях. Хотите увидеть, как они создаются? Пожалуйста. Парень должен быть не только романтичным, но еще и сильным, чтобы удержать на спине фотографа. Еще один снимок, который подтверждает, что все гениальное просто. Почему? Да потому что нужно было всего лишь усыпать прозрачный стол цветами и лечь под него. Съемка продуктов и готовых блюд – это совершенно отдельный вид искусства. В нем, как и во всех остальных случаях, нельзя обойтись без хорошей смекалки. Вы можете сделать фотографию на абсолютно любом фоне, и для этого не понадобится никакая обработка в фоторедакторе. Но нужно будет кое-что другое – проектор. С ним у вас появится фото из путешествий по всему миру, не выходя из дома. Иногда необходимо провести подводную съемку, но нет возможности найти подходящую локацию. Именно в такие моменты к нам на помощь приходит Photoshop, который изменит любой кадр до неузнаваемости. Искусство света и тени также никто не отменял, и в подборе подходящих подручных средств можно сильно не заморачиваться, подойдет даже самая обычная корзинка. Хотите сделать похожий снимок в капле воды на кончике иглы? Для этого понадобится сначала сделать оригинал, а затем уже экспериментировать в комфортных условиях перед экраном компьютера. Как обычные городские огни превратились в огни в виде сердечек или любой другой формы. Вырежьте узор на бумаге, а затем поместите его в объектив. Готово! Сейчас многие телефоны умеют снимать под водой, но профессиональные камеры все так же боятся влаги. Так как же сделать такую фотографию? Все очень просто. Нужно воспользоваться обычным аквариумом, который защитит ваш гаджет. Как вам это фото с участием гигантского монстра? Забавно? А ведь перед нами всего лишь игрушка, которую увеличили при помощи правильно выбранного ракурса. Уютная домашняя фотография с видом сверху делается крайне просто. Для этого нужно прикрепить свой телефон к потолку таким незамысловатым способом. И вновь возвращаемся к геометрии. Эту тему обожают в профессиональной среде и постоянно придумывают новые приемы при помощи обычных предметов. Любите читать книги? Тогда я знаю, что вам идеально подойдет. Фотография с участием книги и летящих с неба букв. Буквы, кстати, вы можете купить в любом продуктовом магазине. Океан роз. Об этом мечтает любая девушка. Ну или хотя бы фотографию в океане роз. Именно поэтому один фотограф сделал на своей студии такую простенькую композицию. Снимки с участием еды также можно превратить в фантастические. Для этого нужно, чтобы кто-нибудь держал продукт, подвешенный на веревке, которая впоследствии стирается на постобработке. Вам может показаться, что этот кадр был сделан в непроходимых джунглях, но на самом деле понадобилось лишь небольшое количество растений в домашних условиях. Все мы любим хвастаться предстоящим отпуском. А с чего начинаются такие истории? Конечно же, с фотографий в самолете. Так делают даже те, кто ни в какое путешествие и не летит. Как вы уже поняли, телевизор – отличный помощник в ремесле фотографа. И даже если у вас нет экрана невероятных размеров, то вы можете найти его в любом магазине техники. Главное – подобрать телевизор, на котором включено подходящее изображение. Фотограф решил поделиться успехом случайно придуманной идеей, которую вы можете видеть на своем экране. Он сказал, что просто бросил попрыгунчик в корзину для мусора. Снимок из пустыни также можно легко сделать, не выходя из четырех стен. Немного песка для этого вам все же придется найти, но это ведь намного проще, чем лететь в Сахару. Когда с тобой работает не один фотограф, а команда профессионалов, то удивительного фото избежать невозможно. Вы бы могли подумать, что такие кадры можно создать на улице при дневном свете? И опять перед нами фотография косметики, сделанная на пушистом фоне. Но в этот раз в ее создании помог не котейка, а ручной гусь. И фон все-таки не пушистый, а пернатый. Тот, у кого в голове полно идей, никогда не пропадает в нашем мире. Со стороны данный шедевр выглядел намного проще и даже слегка забавно. Фотографии у окна, где человек смотрит сквозь жалюзи, тоже достаточно интересны. И если в вашем жилище нет жалюзи, то их всегда можно найти в магазине с товарами для дома.
Некоторые фантазеры способны отключить гравитацию на своих работах, правда, для этого потребуется небольшая помощь со стороны. Свадебные фотосессии – это вообще отдельная тема для разговора. Но что за заботливый жених попался красавице? Он всегда готов укрыть ее от дождя, пусть даже и искусственного. Вы думаете, что каждый кадр, созданный из дикой природы, сделан в их естественной среде обитания? Конечно же нет. Иногда даже гигантский кит на самом деле оказывается небольшой игрушкой в аквариуме. Если у вас есть возможность пофотографировать в бассейне, то при хорошей фантазии можно неплохо так размахнуться, даже если под рукой практически ничего нет. Пара молодоженов, гуляющая по берегу озера, выглядит очень романтично, но только водоем оказался гораздо меньше, чем мы себе представляли. Всего лишь небольшая лужа. Знаете, что необходимо для создания такой фотографии? Чтобы рядом всегда был верный друг, который сыграет роль дерева. Многие хотят почувствовать себя на месте звезд, которые постоянно выступают на сцене при свете прожекторов. И эту мечту очень легко воплотить в реальность, нужно лишь немного подготовить площадку. А пока на этом все. Подписывайся на канал и присылай мне свои интересные фото. Все ссылки в описании под видео.